Привет, друзья! У нас много подписчиков на канале, а это значит, что нужно делать новые годные видосы про робототехнику. И сегодня мы заставим вот этого робота двигаться от команд, поступающих с ноутбука, прям с клавиатуры. Ну что, давайте приступим! Если вы смотрите данное видео и вам заходит тематика робототехники, то вы можете помочь продвижению канала. Для этого просто посмотрите другие видео, ну или вы можете еще подписаться на канал. Это наш первый реальный проект для такого робота на Росе. До этого просто выходили отдельные видосы по каким-то элементам Роса. Сейчас мы должны объединить все свои знания и сделать уже что-то рабочее. А как мы могли бы это сделать? Мы могли бы написать один паблишер, один субскрайбер. И в паблишере мы бы указывали только линейную и угловую скорость передвижения. Он бы передавал их через топик в наш субскрайбер. И субскрайбер — это была бы уже основная программа, которая обрабатывала бы все эти движения. Но тратить еще один видеоурок на это не совсем круто. Я думаю, вы это и сами сделаете, если вы вообще захотите. А сегодня мы разберем то, как заставить робота двигаться через клавиатуру. Как это сделать? Если вы занимались Росом, вы знаете, что там есть самый простой симулятор Turtle Sim. Это наша черепашка, которая бегает на синем фоне. Так вот, там есть пакет, который позволяет нам управлять нашей черепашкой через команды, поступающие из клавиатуры со стрелками. Было бы неплохо сделать то же самое, но для реального робота. Круто звучит? Круто. И при том, что это сделать очень и очень просто. Давайте разбираться, как это делать. Мы создаем пакет нашего проекта, делаем ноды. В папку с нодами мы помещаем все наши файлы, которые мы разбирали в прошлом видосе. Прям вот их все туда закидываем. И теперь мы должны их как-то переделать. Но вначале давайте подумаем, как. То есть у нас есть понимание, что сейчас у нас есть наш subscriber. То есть это наш файл gefest main. То есть он нам будет все обрабатывать. Мы его должны переделать как нашего подписчика, subscriber. Но нам нужен еще publisher. Где его взять? Все очень просто. А вот здесь и кроются все ништяки Роса. Кто-то составил пакет, а мы можем просто им пользоваться. Нам просто нужно скачать этот пакет. Но вначале давайте немного обновимся. Производим обновление, затем скачиваем пакет, который называется Teleop Twist Keyboard. Мы его скачиваем, он у нас устанавливается в ROS, и теперь мы можем просто брать оттуда готовые куски и вставлять их в нашу программу. Охренительно, как конструктор у нас получается. Давайте посмотрим, что и куда он публикует. У нас это топик cmd-well. И если вы введете команду rostopic-type cmd-well, то мы видим строку geometry-messages/twist. Это значит, что наше сообщение имеет тип twist, который берется из стандартного пакета geometry-messages. Давайте вообще загуглим этот тип сообщения и посмотрим, из чего он состоит. Здесь мы видим, что у нас публикуется и линейная, и угловая скорость. И вот этих данных нам уже достаточно для того, чтобы написать нашего субскрайбера. Подробнее о том, как его писать, я не буду говорить. Вот здесь вот перейдете по ссылке, тут есть видос, там мы это все разбирали. Сейчас самое главное, мы делаем импорт нужных библиотек, указываем тип сообщений, которые мы принимаем, и дальше мы должны указать, на какой топик мы подписываемся, это cmd-well, и какой тип сообщений мы получаем, то есть это twist. Затем мы вызываем обработчик. Функцию обработчик мы передаем переменную. Это переменная и будет наше сообщение. Мы его можем как угодно здесь назвать. Но в дальнейшем мы должны вытащить вот эти две переменных. X — это наша линейная скорость перемещения, а вот здесь вот Z — это наша угловая скорость перемещения. И все. Линейная и угловая. Больше нам ничего не нужно сейчас. Ну что, давайте запустим все пакеты и посмотрим, как это вообще все работает. Итак, ну поехали. Телефон у меня сейчас считается точкой доступа. И давайте начнем. Так, я запускаю терминал сразу с несколькими окнами. И что мы делаем? Здесь мы подключаемся к нашему роботу. Окей. Теперь мы делаем ROS Core, то есть включаем ROS. Так как ROS уже включен, мы можем сделать ROS Run. И далее мы пишем teletwist.py. Угу. Так, вот этой нодой, вот этой, которую вы видите сейчас у себя, мы включили. Мы включили нашу клавиатуру. Теперь давайте вот здесь создадим еще одну вкладку. Здесь мы еще подключимся к роботу. Переходим вот в этот терминал.
И давайте вначале зададим скорость. Сделаем ее поменьше, линейную скорость. Вот такую, думаю, будет достаточно. Сейчас проверим, сколько у нас она есть. Ну, поехали вначале вперед. Угу, стоп, можно скорость увеличить чуть-чуть. Поехали назад. Стоп, вращаемся на месте в одну сторону. Ага, а здесь у нас не вращается, значит, мы должны увеличить. Получается, вот эту скорость еще раз пробуем. Можно прям вот так ее увеличивать. И здесь мы поймем, хватит нам скорости или нет. Так, все, давай, поворачивайся. Много, значит. Ага, вот это у нас достаточно. Стоп. В другую сторону. Отлично. Стоп. И на сегодня это все. Как вы могли сейчас сами наблюдать, ROS очень клевая штука из-за большого наличия готовых инструментов. Мы просто должны знать, как он называется и как его использовать. И все. Больше от нас ничего не требуется. Скорее всего, очень редко нам понадобится писать какие-то свои ноды. Пока что можно обойтись и готовыми. Будем учиться их использовать и использовать правильно. Прокачивайте свои скиллы, друзья. Пока.